Заместитель городского головы Олег Брендак остается в СИЗО. Денежный залог за него так и не внесли. В то же время защита вице-мэра подала апелляционную жалобу. Адвокаты требуют изменить чиновнику меру пресечения, однако Высший антикоррупционный суд рассмотрит ее лишь 28 декабря. На данный момент Брендак находится в одной из VIP-камер лукьяновского изолятора. Его, а также мэра города, целый ряд чиновников муниципалитета, экс-областного прокурора Жученко и влиятельного бизнесмена Галантерника подозревают в создании преступной организации, которая путем финансовых и земельных махинаций нанесла вред городской казне в размере 689 миллионов гривен. Ранее стало известно, что залог за мэра внес народный депутат Вадим Новинский.